Остальное написано мной, поэтому свои вещи я объявлять не буду, а американцы, конечно, объявят. Так вот, скалолазы, артисты ансамбля. Алексей Бекер. Дарья Соколова, контрабас. Дарья Соколова. Игнат Ростов, ударник. Андрей Красильников, саксофон флейта. Сергей Головня, саксофон флейта. Я Герман Лукьянов. Заслуженный деятель искусства. Очень большая, поэтому наберитесь терпения. Следующая композиция посвящается памяти Валерия Мысовского. Это замечательный был музыкант, который написал даже брошюру «Джаз» в свое время, когда никто еще у нас о джазе не помышлял ничего писать. Это был мой друг, барабанщик, и вот его памяти, композиция памяти друга.
Thank you.
композиция имеет название «Предостережение». Thank you.
Андрей Красильников, Сергей Головин. Следующая композиция называется «Прогулка по зоопарку». Thank you.
играют только в основном в цирке и делают такие глиссанды, такие только снизу вверх или сверху вниз. Но я ее употребляю как музыкальный инструмент. Опус 101 посвящается Чарли Мингусу. Thank you.
Теперь более человечно, видела я сон. Thank you.
Вот мы добрались до окончания первого отделения. Называется композиция «Примирение». Thank you.
Спасибо. Алексей Бекер. Дарья Соколова. Игнат Кравцов. Сергей Головня. Андрей Красильников. Илья Геронников. Продолжаем наш концерт. Второе отделение. Начинаем композиции «Медленно, но верно». Thank you.
Вспомнить немножко. It could happen to you. Написал ее Ван Хьюзен. Thank you.
видите, американцы тоже могли хорошую тему сочинять. Сейчас бег с препятствиями. Thank you.
Андрей Красильников. Всегда был очень изобретательный, и поскольку я являюсь частью этого народа, то я тоже решил, что надо свистки обыкновенные, такие блокфлейты, укоротить, ни к чему там все эти дырочки, а просто можно играть на одних только муштуках. Вот такой инструмент я сообразил из трех свистков испорченных. Сейчас вы услышите, как это звучит. Композиция называется «Дедушка Голубчик, сделай мне свисток». Была поэтом Муза Павлова, и она написала такие строчки: «Тяжела ты, шапка Мономаха, без тебя, однако ж, тяжела».
инструментом. А теперь серьезное произведение, которое называется «Где ты, любовь?» и посвящается Телониусу Монку. Thank you.
Следующее произведение называется «Два веселых гуся жили у бабуси». Не путать «Жили у бабуси два веселых гуся». Это другое. Thank you.
Друзья, нам пора с вами прощаться, поэтому мы играем последнее произведение. Оно называется «Положение неустойчивого равновесия».